неизвестные вандалы сломали флагшток с государственным флагом, который развивался на Аллее Победы. Местные жители обнаружили случившееся рано утром. Предположительный инцидент произошел ночью. Я выехала на место, сделала фотографии, вызвала полицию, поскольку это было очень странно, срез был очень ровный, и флагшток лежал, и лежал на земле государственный флаг, то это было очень странно. Я вызвала представителей ФСБ, потому что это нужно было разбираться. Поскольку сломанный флагшток достаточно высокий, 6 метров, его ремонтом занялись сотрудники комбината благоустройства, которые с помощью техники в течение нескольких часов соединили сломанные части мачты. Праздник жители горок Ленинских встречали с новым флагом, а правоохранительные органы начали разбирательство по делу.